Карагандинские археологи раскопали крупные захоронения эпохи бронзы. В могильнике Кызылтау, который состоит из 4 курганов, нашли много интересных находок. В Шетском районе территория группы памятников Нур-Аталды – место на археологические находки весьма удачное. В прошлом году здесь обнаружили пирамидообразный могильник Каражартас. Археолог Игорь Кукушкин вместе со своей командой нашли еще одно крупное захоронение. Могильнику с 4 лошадьми около 4000 лет. Его назвали Кызылтау, состоит из 4 курганов, 3 из которых уже исследованы. Это захоронение эпохи бронзы, а культуру называют Петровской. Значительная часть погребений ограблена, но в то же время то, что мы нашли в данный момент, уже очень, так сказать, наглядно характеризует эту культуру. Это и керамические сосуды, причем характерной чертой является ребро на плече, геометрический орнамент, огромное количество жертвоприношений животных, это и в основном лошади, но также бараны, крупный рогатый скот. Еще одна особенность этой культуры – наличие детских захоронений. Детей хоронили так же, как и взрослых, но при ограниченном инвентаре, в основном с керамическими сосудами. Интересной находкой для археологов стали бронзовые скобы и серп. Этот бронзовый серп был найден в одном из центральных погребений. Изготовлен из бронзы, имеет характерную форму, заостренный конец и вот притупленную такую ручку, которая могла присоединяться рукоять. Им пользовались для заготовки, я думаю, как кормов, так и мог использовать для жатки злаковых каких-то растений. То есть довольно такой универсальный предмет, который в это время уже достаточно широко использовался. В ближайшее время работы на Кызылтау закончатся, а в скором времени команда археологов отправится исследовать другие курганы нашей области. Светлана Фарина, Данил Тарасов, Данил Заславский, 5 канал.